Горожане открыли новое имя в литературной жизни города. Прозаик Наталья Короткова – коренная берчанка. По образованию психолог, работала в реабилитационных центрах для инвалидов. Сегодня директор по персоналу торговой компании. В свободное время пишет рассказы и активно публикуется в интернет-журналах. Выигрывает всероссийские конкурсы. Познакомились с писателем и корреспонденты ТВК. Эту книгу читатели видят впервые. Сборник сибирских авторов «На два голоса» вышел в свет 2 месяца назад и приурочен к 85-летию Новосибирской области. Издание выпустили в рамках проекта «Библиотека сибирской литературы». Повести и рассказы для публикации отбирал экспертный совет. Это однотомник прозы лауреатов премии литературно-художественного журнала «Сибирские огни». «Трава на обочине» – рассказ, который вошел в сборник. Автор – берчанка Наталья Короткова. У него есть чувство собственного достоинства. И попробовав там поработать охранником, он говорит, ну я не могу. То есть это не тот масштаб личности. «Трава на обочине» – настоящая сюжетная проза со смыслом. Так оценивают литературные критики. В ней Короткова рассказывает о мужчинах, которые в душе воины, герои, которые борются с несправедливостью. У Натальи отец пишет стихи. Он для нее и критик, и редактор. Сама Короткова в литературный мир вошла в 2018 году. Случайно. Я стала писать уже далеко за 30. И это вот буквально произошло, это очень забавно. Пришла дочь, попросила помочь написать сочинение. Надо было смешную историю какую-то. Вот мы написали, как она банановую кожуру садила, дерево хотела вырастить. И вот как-то историй-то много было, детей у меня 2. И вот как-то там с десяток рассказов получилось, пошло-поехало. И потом я думаю, а дай-ка я что-нибудь про взрослых напишу. И показала потом своему отцу. Он говорит, слушай, давай отправим куда-нибудь. И вот я стала рассылать. Ее рассказы уже опубликовали несколько журналов. Одержала победу во всероссийском конкурсе. Пишет о простых людях с непростой судьбой, о своей родине. «Повесть по долинам, по сгорьям» – это моих родных и близких, которые когда-то переехали с Алтая в Старый Берск после войны, о том, как Старый Берск затопили. И вот они осваивались уже на новом месте, на новой территории. То есть это о моих бабушках. Прабабушка. Когда я ее написала, я помню, мне позвонила моя тетушка, которая в то время была девочкой совсем маленькой. Она говорит, ну поздравляю тебя. И потом таким дрожащим голосом говорит, ты знаешь, я, говорит, как будто в детстве побывала. Наталья Короткова уже трудится над новым рассказом. Радует, что люди читать меньше не стали, говорит берчанка. Сегодня читатель любит честных, откровенных авторов. Сибирские писатели как раз именно такие, с душой.